Всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, и сегодня мы начнем играть в Салли Фейс. Начинаем? Так, странные соседи. Так, ну начнем с первого эпизода. Начать. Все было как в прошлый раз. Только теперь это началось в больнице. Идем. Оу. Оу. Ответит на звонок. Алло. Все хорошо, Сава, теперь все будет хорошо. Можешь сам в этом убедиться. Кто это? О чем вы говорите? Так, давай я посмотрю, кто это. Сава, иди и найди меня. Странно, голос как у моего отца. Ну, пойдем. Толкнуть. Вроде там что-то есть, но из-за темноты я толком ничего не вижу. Так ты из-за повязки ничего не должен видеть. И куда? Ага. Как ничего не делать? Как не запрыгнуть? И? Ну? Цель. Ага, мне вообще ничего не. Ну что мне делать-то? Как? Чё? Да. Что делать? Да понял я, что там что-то есть. Ну пойдем что ли. Дверь заперта. Ключи. О, все эти. Теперь я все четко вижу. Опа, ключик. Ключ. Это хорошо. Теперь у меня есть ключ. Ключ найден на полу больницы. Теперь я смогу все это сделать. Дверь открой. Так. ПОН на М. Ну, пойдем с первой двери, что-нибудь посмотрим. О, там еще дверь. Что? Чего? Что-то неправильно я сделал. Ладно, значит мне в эту дверь. О, правильно. Неправильно. Пойдем в А. Все, в С надо идти. Это что такое? Какой? Кто хороший песик? Кто хороший мальчик? Я похоронил за шепотца. Ты ведь. Сам посмотри. Призрак, блин. Тут дождь капает. Какой кот. Какой? Да, правильно я. Как мне тут? Как мне выйти из кода? Алло? Я сломал. Опа,
Быстром. Индустрайс не могу. Пап. Ты не мой сын. Мой сын не убийца. Привет. И тут я проснулся. Действительно, занятый сон. Занятый. Да. Думаю, нам стоит вернуться к нему позже. А сейчас не мог бы ты поведать мне... О, о каком конкретно? О втором из квартиры. Мы с отцом только заселились. Это место сразу выдавало мне странные чувства. Дима, что? Что, 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 что? Здесь мы можем, но здесь мы начнем новую жизнь. И наконец сможем позабыть о том, что произошло с нами в Нью-Джерси. Погуляй по дому, подружи с кем-нибудь, пока я раскапываю. Раскопываю вещи. Ну ладно. Кухня, шо покушать? Пакетики, обыкновенные продукты, которые отец купил в магазине. Ничего примечательного. Ага, а мусорное ведро? Ну почему? А холодильник? Там что, тоже мистические существа? Ой, мистические. Ууу, какой хорошо. Отец все еще плохо спит после снотворное. Ага, ну больше, наверное, мне нечего. А, я в ту сторону еще не ходил. А это, наверное, уйти из комнаты. А это... Гизмо, я смотрю, ты уже свой усвоился. Здорово тебе, наверное. Кот. Телек даже не включен. Как ты будешь новости смотреть? Или что-нибудь другое? Так. Комната отца. Ой. Эй, пацан, решил отдохнуть от раскупок, от распаковки вещей. Отличная мысль. Что долго этим занимаешься? Пожалуйста, я тоже передохну. Как тебе наша квартира? Я скучаю по Джерси. Скучаю, ясно. Увидимся. Как тебе квартира? Может, тут не так хорошо, как в нашем старом доме, но мы будем стараться. Пока мы вместе, у нас есть все шансы превратить это место в настоящий дом. Я скучаю по Нью-Джерси. Знаю, приятель, но, пожалуйста, дай этому месту шанс. Занятия в школе начнутся через пару недель. Там ты сможешь найти новых друзей. Ага, наверное. Найдешь, я уверен. Иметь такого друга, как ты, Салли, будет счастливым каждый. Спасибо, пап. Угумс. Чего? Ну да. Я тоже, приятель, я тоже. И увидимся. Постарайся не вляпаться в неприятности. Как интересно. О, батрасик-то. А ну-ка. Да, ясно. Понятно.